20 juillet 2014. I feel so good when you're with me. I feel so good. Привет! Сегодня суббота. Мой официальный выходной. Я забыла штатив, поэтому у нас будут интересные ракурсы. Я сейчас нахожусь у родителей дома. Мы сюда приехали на выходные. Моя главная задача на выходные, в принципе, всегда, это заполнить себя, вдохновиться и покреативить. То есть набраться сил, чтобы продолжать свою блогерскую деятельность и чтобы, в принципе, лучше себя почувствовать. То есть я люблю посмотреть видео какие-нибудь своих любимых блогеров, почитать, посмотреть фильмы. Святое занятие. Особенно сейчас, когда это такая редкость, и я начала ценить это гораздо больше. Еще я люблю послушать подкасты. Это у меня были съемки по работе. Ну все, Оль, ну, а? Там глаза я вижу. Сейчас, 3 минуты, подожди. У нас ребенок слушал Ахматову. Лиза сказала, что она выглядит депрессивнее. Ну, я говорю, просто повеселее жить. Что-нибудь почитай и повеселее. Пусть слушает поэзию, нормально. Мы хорошие. Сейчас мы слушаем японский джаз 70-х годов. Я стерилизую бутылочки. Мы хотим приучить ее уметь есть из бутылочки. Она вотрез отказывается от сосок, от бутылок. Курочка! Это голубика с нашего сада. С маминого и папиного. Вот это они не любят. Руки вверх. Агу. Существуют разные языки любви. Мой язык любви — это подарки. Основной, главный, не только. Я еще люблю, когда... Что я люблю, Аркаш? Я люблю, когда acts of service, то есть, когда мне помогают с чем-то там по дому, делают для меня что-то, принесут там чашечку кофе. Но вернемся к подаркам. Я обожаю дарить подарки, то есть и так я показываю свою любовь. И это идет в обе стороны, потому что я люблю и принимать подарки. И сегодня я хочу поделиться с вами крутой идеей подарка. Это я выбирала подарочную упаковочку. Кува. Кува — это подарочный сертификат на отдых в отелях России. В каждом сертификате десятки отелей на выбор. Активировать можно в течение 2 лет, поэтому время можно найти. Получатель подарка выбирает сам даты и любой отель, который входит вот в сертификат. Плюс очень красивая упаковка. Важно сказать то, что ты сам заполняешь анкету, когда выбираешь, кому даришь подарок. То есть можно подарить целой семье, можно подарить 2 людям. Ты заполняешь анкету, и в этой анкете ты можешь указать, что человек любит. Там активный отдых, отдых на природе, отдых в городе. Или же, может быть, человек любит путешествовать по России и готов выехать куда-то, чтобы поехать там в какой-то интересный отель, который участвует в... сертификате. Сейчас мы с вами проведем распаковку. Аркаш, ты бы обрадовался, если бы я подарила нам путешествие такое? Да, я бы с чуваками поехал. Нам подарила бы путешествие. Вот взяла такое, знаешь, какое-нибудь для пары. За город, в спа-отель. Так, смотрите. Это я выбрала такую черную упаковку, потому что мне очень нравится. Там разные разноцветные, если вы не любите черную. Красиво очень. Открываем. Представьте, вы дарите воспоминания человеку, это же очень ценно. Вот так вот выглядит сам сертификат. 2 ночи в одном из необычных загородных отелей. Это мой сертификат, там есть куча разных. Сертификат на 2. Так, сейчас попробуем. Просто сканируйте код. И все, открывается страница, вводите данные. Готово.
Под видео я оставляю вам ссылку на данный сервис и промокод, который даст скидку на 1000 рублей. Я забыл бритву. Аркаша забыл бритву в городе. У нас у всех грусть по этому поводу, особенно у Лизы. Аркаша мне сказал, что стоит попробовать арбуз с лимоном. Что он где-то это видел, что так едят, что так очень вкусно. Прикольно. Аркадий, что вы делаете? Я делаю рататуйчик. Что? Рататуйчик. Хорошо. Как в мультике. Как в мультике. Мы с Аркашей залипали на молодого папу, это сериал. Посмотрели целых 3 серии. У Авроры сегодня, видимо, активный рост, потому что она ест и спит, ест и спит, ест и спит чуть ли не каждый час. Интересный день. Скажешь привет нашим друзьям из Ютуба? Привет, друзья! Маленький, да ты мой прекрасный. Вау, сейчас будем это запекать. 40... Чай душистый, будем листиком брусничным этот чай заваривать, пить и разговаривать. Да, Аврора? Да. Да? Аврорыч? Да. Угу. Аркашин рататуй. Доброе утро, понедельник. Наш папа уже на работе. Мы еще на даче. Вечером поедем уже в город. Маме очень нужно помыть голову, Аврора. Очень нужно помыть голову маме. Она сама себя не помоет. А ты хочешь тусить вместе, да? Это ты. Это ты на видео, смотри. Это ты такая красотка у нас. Я хожу, ищу локацию, где бы начать с вами Q&A. Я попросила вас задать мне вопросы в Инстаграм, и вы... Задали вопросы. О, ну неплохо, да? Приступим. С чего начинать действовать, когда оказался на своем личном дне? С веры и с мысли, то, что должен быть лучший путь для меня. Есть путь, он существует, и я в него верю. Это первый шаг. Просто поверить в это. Второе, благодарность. Меня вывозила благодарность. То есть я начала, когда у меня было мое личное дно, я вела ежедневник. И списывала страницы благодарностями за то, что у меня есть. Или за то, что я хочу, чтобы у меня было. И в основном это было про чувства. То есть, когда хочешь что-то привлечь в свою жизнь, изменить что-то, я представляла себе чувства, а не какую-то материальную вещь, к которой я привязана. А просто банально я хотела чувствовать себя нетревожно, счастливо. Я хотела наслаждаться каждым днем и почувствовать любовь. Я представляла себе, как я могу себя чувствовать. Я верила в это, и постепенно это стало моей реальностью. Что для тебя любовь? Любовь — это истина. Это почему я живу. И чем ближе я к любви в каждом дне своем, тем ближе я к своей истине. Тем свободней и прекрасней, и более наполненной я себя чувствую. И довольной в жизни. Любовь — это все, можно везде найти любовь. Любовь — это улыбка моей дочери, любовь — это семейный вечер. Любовь — это раннее утро и щебетание птиц. Любовь везде. Когда ты ее начинаешь замечать и прям давать себе чувствовать ее, открывать сердце ко всему прекрасному, что вокруг нас, каждый день может быть счастливым. Любовь — это мир. Мир. Планируем ли мы еще детей? Да, конечно. Я очень хочу много детишек. Лиза, в чем для вас сила и что делает вас счастливой? Я чувствую себя очень сильной, когда у меня много ответственности. Меня это делает очень стойкой, когда я знаю, что у меня много обязанностей, и я в ответе за свою семью, за свою работу теперь. Это очень классное чувство. Сила еще для меня — это умение быть аутентичной и честной, в первую очередь с самой собой и с другими я стараюсь. Что делает меня счастливой? Очень много чего. Я делаю себя счастливой, потому что я очень горжусь своим личным ростом, прогрессом за последнее время. Семья, люди вокруг меня, моя работа, кофе утром, кофе, обожаю. Деньги, то есть у меня пошла карьера вверх, у меня появился свой собственный заработок. Деньги делают меня счастливой, потому что я, когда я не думаю о них,
И когда я могу позволить себе дарить подарки любимым людям, дарить воспоминания, когда я могу устраивать сюрпризы, покупать хорошую еду, я очень счастлива. То есть и качество жизни. Я рада, что у меня сейчас получается это воплотить в реальность. Я давно хотела иметь свой собственный заработок от своего любимого дела. Это нереальное чувство, когда ты можешь пригласить свою семью в кафе и угостить там мужа, не знаю, свою семью мужа. Мужа пригласить, сестру. Маленькие приятности делать людям постепенно я начинаю. И я мечтала об этом, потому что мой язык любви — это подарки. Я очень люблю приятности всякие делать людям. И да, чувство безопасности делает меня счастливой в финансовом плане. Мой муж меня делает счастливой, очень счастливой. Это то, что пришло в голову. На самом деле, наше счастье состоит из очень-очень многих факторов. И у каждого оно свое. Планируешь ли ты запускать что-то вроде мерча или бренда одежды? Но не мерч. Мне не нравится слово мерч. Вот это вот. Я хочу отдельный бренд. Это моя мечта — создать свой бренд одежды. Лет с 16 я рисовала эскизы уже. С 16-17 мечтала об этом. Мечты становятся целями, и когда-нибудь все воплотится. Советы девушкам после расставания. Это я вспоминаю свои расставания. Я очень ранимый эмоциональный человек. Мне было очень тяжело расставаться всегда. Очень больно. Очень. Что бы я себе, наверное, посоветовала. Я не хочу другим советовать. Я просто вот вспоминаю себя. Что бы я сейчас себе сказала, это дай себе время. Это рано исцелиться. И это не конец света. И ты любима, и ты замечательна, и это не имеет никакого отношения к тебе. Просто так получилось. Ты найдешь свою любовь. Найди ее в первую очередь в себе. Научи заполнять и наполнять себя саму, вне зависимости, в отношениях ты или не в отношениях. Верь в себя. Да, будет больно какое-то время, и это нормально. Потому что расставание sucks as fuck. Вот. Как-то так, наверное. Могли бы представить жизнь без ребенка, если так, то какой бы она была? Нет, не могу. Мы с Аркашей постоянно говорим об этом, что вообще настолько естественно то, что она появилась у нас, будто бы она всегда была. Я не могу представить без нее мир. Она мой мир. Маленький мой мирок. Нет. Твои родители, какие они? Очень интересные люди. Очень разные. Мама и папа, то есть как небо и земля. Я не похожа ни на маму, ни на папу по характеру. Аркаш говорит, что у меня много задатков в поведении моем от папы, что мы похожи. Я иногда вижу маму в себе, определенно. В материнские какие-то моменты, в бытовые моменты я вижу свою маму в себе. Мама очень трудоголик, я бы сказала. Она любит работать, в деятельность какую-то себя погружать. Неважно, что это, она... У нее должны быть заняты руки. Она так наполняется, мне кажется, это приносит ей счастье. Она такого не говорит, конечно, это мои личные мнения. Вот. Она закончила медицинский институт и врач по образованию. И работала врачом долгое время. Мы, кстати, из-за нее в США переезжали, потому что она хотела быть врачом там. Но сейчас она руководит семейным бизнесом, фермой здесь, за городом. А папа интересный человек. До сих пор иногда загадка для меня. У него, наверное, такая интересная молодость была. Интересно. Я много раз сказала интересный, но правда. Он книжный червь, обожает искусство. В молодости занимался греко-римской борьбой, и у него были большие успехи в спорте. А сейчас он называет себя рыбаком и деревенским жителем. Очень щедрый, добрый, искренний, заботливый, скромный, с отличным чувством юмора человек. Вот. Он меня с детства приучал к хорошей музыке, к фильмам. В музее водил, в театре меня водили. Люблю их. Такой вопрос. Упал ли заработок после рождения Авроры? Наоборот. Все будто бы способствовало тому, чтобы все было хорошо. Где ты изучала французский? В школе, в старших классах. И я жила во французской части Швейцарии. Мы там иногда говорили на французском. Иногда, очень редко. Но да, у меня не получилось с учителями. Я вечно бросала французский. И в итоге я сейчас просто иногда сама смотрю фильмы на французском, там, пытаюсь что-то читать, типа маленькие картинки в Инстаграме, знаете, французские паблики, всякое такое. Когда-нибудь я буду говорить на французском, обещаю вам. Что бы ты сказала себе 17-летней? Я бы никого не послушала на самом деле, но я бы сказала, оглянись вокруг себя. Мир замечательный и прекрасный.
и все будет лучше. Найди любовь в себе и веру. Как вам удается сохранять такое позитивное отношение к жизни? Это выбор. Я просто выбираю видеть лучшее и мыслить позитивно даже в тяжелые времена. Это не значит, что, знаете, я как пластырь надеваю на себя вот этот позитив токсичный, когда ты не даешь себе чувствовать и понимать, что происходит реально. А просто я стараюсь верить в любовь, верить в лучшее. Часто в контрасте познается это, знаете, когда проходишь через определенные трудности и выходишь из них, будто бы выплываешь из глубины какого-то отчаяния, начинаешь дышать и осознавать, насколько круто жить. Мой ребенок проснулся. Все, будем заканчивать эту часть. Люблю вас. Я еще хотела добавить пару слов про свою маму. Как-то я немного сказала о ней. Она просто подарила мне очень интересное детство. Она развила мое воображение очень сильно, Наташка, да, твоя бабулечка. Она очень много читала со мной и занималась со мной, и рассказывала всякие страшилки. Она любила страшилки почему-то или сказки какие-то необычные. Она делала очень интересным наше детство. Она всякие праздники устраивала. Старалась показать нам, что везде есть волшебство. Вот. Я так благодарна ей за это. Что вам еще рассказать? У меня в последнее время очень повышенная тревожность. Меня это не радует. Буду думать, что я могу сделать иначе, чтобы меньше было волнений. О, да. У меня есть догадки, почему это. Сегодня утром я занималась тем, что рассылала имейлы различным брендам, которые мне очень нравятся. Я бы очень хотела с ними сотрудничать. И знаете, было это чувство, чувство того, что я недостойна, я такая маленькая, вот это вот все то, что... Но они же все равно не согласятся, вот это вот. Неуверенность в себе, синдром самозванца. Но я встала у зеркала и сказала себе, лучше постучаться в эту дверь, чем вообще не стучаться. То есть пробуй, какая разница? Ты прекрасна, ты замечательна, ты знаешь, что ты делаешь хорошее дело. Главное, что ты думаешь о себе. Все будет нормально. Успокойся. Это, видимо, маленькая девочка моя вылезла, которая очень хочет одобрения и всякое такое. Ну, я успокоила ее. А ты моя маленькая девочка и каешь. Ты мой хороший, ты растешь не по дням, а по секундам.